Уже не первый год линейка автомобилей «АвтоВАЗа» занимает лидирующие позиции по продажам в России. А потому для удобства наших горожан буквально на днях состоялось открытие второго автоцентра «Сильвер Авто» официального дилера «Лада». Мы сегодня как власть заинтересованы, чтобы в городе появлялись подобные центры, чтобы они развивались, ибо в первую очередь это для людей, это должно пойти на пользу тем жителям, которые здесь живут. Это облегчит их, так сказать, проблему по выбору автомобиля, по доступности, увеличит возможности. На торжественное открытие была приглашена комиссия из управления «АвтоВАЗа», на которой отметили, что на сегодняшний день сам «АвтоВАЗ» является самым локализованным предприятием в России и имеет более 330 дилерских центров. Также поделились, что составлен план обновления моделей до 2026 года. И такие модели, как «Лада Веста» и «X-Ray», которые завоевали российский рынок, как раз и создавались в рамках этого плана. А также заверили, что в конце этого года и в последующем Россию ожидают яркие новинки отечественного автопрома. Бренд «Лада» меняется. И именно поэтому мы внедряем новые стандарты, которые направлены в первую очередь на наиболее полное удовлетворение запросов наших клиентов. На мероприятии также можно было пройти тест-драйв, ознакомиться со всей линейкой бренда «Лада» и получить консультацию по всем интересующим вопросам. Кроме того, воочию увидеть пункт сервисного обслуживания, которое создавалось на самом современном уровне. На открытии по традиции для всех гостей была организована шоу-программа, живая музыка, яркие выступления и приглашенные гости. Старт дан, и новый, проверенный руководством «АвтоВАЗа» автоцентр «Сильвер Авто» ждет всех горожан за новыми автомобилями, которые приобрести может каждый.